поступила жалоба, что в рейтинге сайт резко взлетел, что они на проверке, значит, они похоже накручивают. Мы стали смотреть имеющиеся данные, по ряду признаков было похоже, что это накрутка, очень похоже, значит, с очень высокой долей вероятности. Мы сразу приостановили участие в рейтинге. И, как я уже рассказывал, часто это бывало, если сайт не согласен, он с нами связывается. Точно так же с нами связались представители Хоттура, стали объяснять, что они не накрутчики, что они привлекали честным образом посетителей на сайт, никакими методами они не пользовались. Мы стали тогда просить каких-то дополнительных данных, чтобы мы могли провести более тщательное расследование, потому что у нас немножко не хватало информации, чтобы однозначно сказать и принять решение. А по имеющейся до того у нас было похоже на накрутку. Но представители Хоттура были готовы предоставить дополнительные данные только на условии неразглашения определенных моментов, которые они считают, это их полное право, в данный момент согласно не преподавать. Но, тем не менее, мы как сторона, заинтересованная в прозрачности рынков, в частности, участвующих в рейтинге сайтов, и в том числе не заинтересованная выкидывать необоснованно сайт из рейтинга, взяли на себя ответственность, подписав соглашение НДА о неразглашении информации, получить дополнительные данные, провести дополнительное расследование и под нашу ответственность вернуть сайт рейтинг. Мы на таких условиях встретились с представителями Хоттура, получили дополнительную информацию, провели дополнительное расследование, пришли к выводу, что этой накруткой мы не считаем.